Жестокая расправа над бывшей возлюбленной. В Алматинской области молодой человек избил и изрезал девушку. Самосуд над экс-возлюбленной алматинец устроил вдали от людских глаз. Вывез девушку за пределы города. Он сломал ей нос, изрезал ножом тело, лицо и руки. А затем фото своей жертвы выложил в соцсети. Пострадавшая сейчас в больнице. Сочетная травма. Состояние средней степени тяжести. На данный момент находится на лечении в травматологическом отделении. 22-летнего напавшего сразу же задержали. Он водворен в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе следствия, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, будут проведены все необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства происшествия.